Как вас зовут, во-первых? Мария Яковлевна. Ну, давайте, расскажите мне. Ну, вот начали мусор бросать. Со всего района идут, несут мусор, бросают. Это уже завалили полностью, я не знаю. Каждый день? Каждый день целый вот гора. Вот, гадость. Гадость, мерзость и вонючая. Нет, ну, мусор со всего района. Люди идут ну, и бросают. Со всего, конечно, района, ну, но вот в округе, ну, да. Если, а все равно под домом воняет. Все это пахнет. Зачем оно здесь нужно? 40 градусов задыхались, да, куточку ужас, не возьмут. Да, а потом мухи начинаются. Все это... Да, да, да. Надо вынести, конечно, куда-то поставить, вынести. Они приезжают, забирают их, но все равно. Люди бросают, бессовестно. Кошки, да, вон, кошки лазят, разрывают. Собаки, да. Да, да, собаки, ну, разрывают, да, эти, и вот по всему, вот и там валяется, и там валяется, везде. Но убирают, но тем не менее. Да, убирают, каждый день равно, убирают, но там, накапливается. Но все равно. Тут такая, вот к вечеру уже будет. Да, гора. Вот, блин. Да, с, утром уберут, к вечеру гора. А в субботу, вот, в воскресенье не убирают, тут вообще целая гора. Да, да, да. Так что у нас большая просьба установить какую-то площадку. Контейнер, пусть установят, да, и периодически его... Не здесь. Не, да, здесь, да. Да, метров 20 от дома подальше, вон, чтобы туда, было. Вон туда, да, на углу. Это не дело. Не, это не, да, дело. Ну, надо, там, надо эту проблему там решать. Там я ходила, там загорожено, да, стоят аккуратно все. Да. А здесь вот бросают так. Да, да. Тут нету ничего, вот. Вообще не убирают. Вот никогда не... Вот приходили, что они там... Они приходят, говорят, подпишите нам, что мы убрали. Ну они, да, раз убрали, да, а, убрали один раз, а подпишите, что мы за целый год убирали. А, нет. А вот мы не стали подписывать. Правильно. Ну, сама убирай, вот там у себя, вот сейчас листья начнут, да, падать. Мы всегда у себя... Кто будет, никто не убирает. Листья, и снег всегда вот, убираем вокруг сами, себя, да, убираем сами. Сами, вот целую гору вот отнесу, еще мало того, что я поставлю, да, мешки, а они еще проедут и не заберут еще. Вот тогда один раз поставил, я не притащила мешок с листьями. Не вот те, что они ходят там, эти вот, взяли бы и убрали. А как вы считаете, если бы здесь повесили табличку штраф? Повесьте табличку, что нет, это лучше бы не табличку, лучше бы поставили там контейнер, если туда ну, носили. Табличку повесить, а кто? Кто а куда? Будет смотреть? Будут складывать под табличку. Нет, да, под табличку. Это лучше вон там вот, на углу, вон там вот делать, знаешь? Если повесить табличку и видеокамеру, вот это да, тогда бы испугались. Вон там вот, хотя бы муляж камеры. Там бы поставили контейнер. Актуально. Контейнер там. Нет, ну было же раньше. Было бы нормально. Выходили мусор туда выбрасывать. На квартал, а сейчас? Вот. Ну, только подача от окон. Да, да. Потому так... что, ну, вонь стоит, это да, все. А летом вообще ужас. Мухи, это все начинается. Да, собаки все разнесут по кварталу.